Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в нашій студії така велика дружня компанія. Я вам одразу хочу представити керівник цієї компанії, скажімо так, керівник школи танцю Пасадена обласного палацу культури Юрій Вдовиченко. Да. Здравствуйте. Микола Вдовиченко, учень цієї школи. Ольга Сквірська, мати учня школи, а також, я так розумію, по сумісництву також і танцюєте в цій школі. І учениця, яка вже випустилася, вже допомагає, і також є солісткою зразкового ансамблю танцю Пасадена Анна Загреба. Здравствуйте. Я вас всіх вітаю. Одразу хочу вам задати запитання, як керівнику, чому Анну ми представляємо як солістку, а вас як керівника школи? Понятно. Есть большая школа танца, в которой насчитывается на сегодняшний день более 300 участников, и есть основной состав, который является ансамблем школы танца. То есть самые старшие ребята, самые опытные ребята, самые танцевальные, скажем так, ребята – это ансамбль. Это ансамбль современного танца Пасадена. А с чего взагалі все началось? Я знаю, что у вас дуже такая цікава история взагалі започаткування цієї школи. Да, ну, сегодня я один руководитель, но вообще нас двое. Мы начинали с бальных танцев, Екатерина Алексеева и я, Юрий Вдовиченко, и потом в один прекрасный момент решили, что в городе нужно заниматься современным танцем, нужно развивать современный танец. И начали в 1996 году на первое собрание, когда объявили набор, пришло 172, по-моему, ученика. Чисто сучасный танец. Да. Конечно же, был такой небольшой легкий шок от того, потому что сами бальники сделали большой набор по современному танцу, но ничего, справились. А как же вы начинали? Ведь бальный танец кардинально отличается от сучасного танца. Да, сначала это было больше похоже просто на эстрадный танец, просто постановки, которые на современную музыку, наша фантазия хореографическая. Затем потихонечку начали знакомиться с историей современных танцев, с уличной культурой. Конечно же, это хип-хоп. Позже начали изучать другие направления. На сегодняшний день уже порядка хип-хоп, хаус, брейк, паппинг, вок, вакинг, дансхолл, 7. Локинг. Локинг, 8. 8 направлений, которые танцевальных, которыми мы занимаемся, которыми учим ребят, которые можно наблюдать вот в выступлениях наших. Я так разумею, это вы майже як сами навчалися? Да, ну источник информации тогда был достаточно источник скудный. На сегодняшний день уже, да, уже есть много различных мастер-классов по Украине, в которых мы принимаем участие, куда приезжают мировые топовые хореографы, носители этой культуры, кто стоял у истоков. Мы были на мастер-классах и у Генри Линка, и Будда Стрэч, и Шоу-тайм, да, и много-много других, и также по другим, ну, по другим танцевальным направлениям. И те, кто сейчас, скажем так, более молодое поколение уже хореографов, к ним тоже приезжаем на мастер-класс и учимся дальше, потому что современный танец, он тем и интересен, тем, что он рождается, он развивается вот в наши дни, он развивается нами, тем, кто занимается этими направлениями. Ви от коли почали розповідати про започаткування, ви не упомянули такої дуже тонкої, скажімо так, струни, що це з керівником цього ансамблю, другим керівником, не просто як партнери, правильно? Я так розумію, це плід да. вашої загальної такої спільної роботи у нас да. сьогодні. Да, это старший. От наші общі роботи. Ну да, да, ми являємося ще і супружеською парою, і от уже з 96-го года ми, у нас наше дітище – це колектив танцевальний, з 98-го ми як супружеська пара. Що можете, коли почав от син танцювати? Взагалі ж то діти ходять в школу, особливо танці, там співають з 5-6 років. У многих знайомих є мнення, що
Ну, конечно же, ну, руководители, хореографы, конечно же, дети будут танцевать. На самом деле не стояла такая задача, что обязательно детей в танцы. В первую очередь стояла задача, он у нас не ходил в детский сад, и мы решили его просто в детскую среду отправить. Это был танцевальный коллектив, танцевальная группа, одна из групп. И ему понравилось. Теперь все свободное время он занят танцами. То есть мы приходим вечером домой, и нас ждет концерт. Мы садимся и наблюдаем концерт. Он и младшая сестра. Тоже на подхвате, да? Да. На сегодняшний день уже Коля сам монтирует музыку, и каждый день у нас чуть ли не новые номера. Очень нравится, наверное, у него спросим, да, что ему нравится танцевать, потому что он танцует хип-хоп, брейк. Рассказывай. Де, може, танцював? Розповідай, ти перелякався? А ви йому допоможіть. Скажи, вот есть хип-хоп и есть брейк-данс. Что тебе больше нравится? Какой стиль? Брейк-данс. Чому? Потому что там движение интересное, и он активнее. А хип-хоп его там не так и цікаві? Чи він більш повільний? Я знаю, хип-хоп також. Любителя, да. А чим тоді відрізняються, може, ці танці? Ти не пробував їх хіп-хоп танцювати? От взагалі він всі танці пробував і вибрав собі саме брейк-данс. Чи він от взявся, йому сподобався цей танець і все? Кому що ближе по душе? Який темперамент ближе к какому танцу? Да, то есть Коле більше нравится брейк-данс. Хоча він танцює і хіп-хоп. Були ми где на соревнованиях? В якому місті? Тернополь. Да, это было в Тернополе, была танцевальная олимпиада всеукраинская. И что ты там танцевал? Хип-хоп, брейк и то, и другое. И то, и другое танцевал. И хип-хоп, и брейк. Ну, больше вот предпочтения. Это нормально, когда на сегодняшний день хорошего уровня танцор, он занимается несколькими разными направлениями. Где-то, естественно, есть у него конек, более, ну, лучше получается. И остальные танцы просто для всеобщего... Развитие. Всегранного такого, всестороннего танцевального развития. А в школе учні мають змогу спробувати танцювати один стиль, другий, інший? Ну, так і є. У нас, як правило, мальчишки танцюють хіп-хоп, хаус, брейк-данс, дівчатки танцюють і хіп-хоп, і вок, і некоторые там данс-холл, і папінг танцюють, да, то есть стараємося всесторонне развивать ребят, потому что когда есть сольное танцевание, есть еще и командное танцевание. И в командном танцевании нужно показать не менее трех стилей. Что ты хотел сказать? На ушко. Секрет. Секрет. Нам секрет не расскажешь, нет? Да, есть, Коля подсказывает. Ну, говори, кто у нас еще есть? Катя по брейку. Есть еще девочки, которые занимаются брейком тоже. До речі, про дівчат, які займаються. Це, я так розумію, учні, які навчалися в вашій школі, які піднімали самого-самого, які зараз вже вам допомагають. Да, от, в частності, Аня веде направлення данс-хол, вок, вакінг, от ці стилі. Як зараз набір взагалі на ці танці? От приходять люди, не приходять? Відчувається, може, більше стало людей приходити? Набори всі, ну... В последнее время даже, наверное, лучше, чем раньше. Приятно, что люди начинают интересоваться танцами больше, интересуются разными культурами танцевальными. Вот. И развиваются не только... Вот у нас раньше был, например, джаз-фанк, больше как хореография персонального, ну, тренера. Вот. Сейчас мы переходим немножко к воглу-вакингу. Это уже целые культуры, в которых есть паза, которые танцуются не только... определенные движения, определенную музыку, а еще и есть такое понятие, как фристайл. То есть это мы выходим на батл, мы импровизируем, мы стараемся еще и думать во время танца, и это все вот рождается всегда намного интереснее танцы, когда идет импровизация. Вот. А скольки руки вы взагалі танцюете в школе танцы Пасадена? Уже 11 лет, 12. А зараз здесь навчаетесь, чи тільки от в школе в основном? Я уже закончила университет. Тоже вот. По хореографии, так? Нет, я решила выбрать себе дополнительную профессию.
Вот поэтому, но тем не менее, все равно уделяю все время танцам, потому что там всегда у меня это моя душина, это мое родное, поэтому все равно занимаюсь больше танцами. Реализовую себе, допомагаєте. Розказуюсь. Я зрозуміла. Пане Юрію, а от учні якого віку у вас можуть навчатися? Разные возраста. Самая младшая группа у нас от 3 лет. Вообще у нас начинающих групп 10. 10 начинающих групп любого возраста. 3, 5 лет, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16 и старше. Есть группа родителей, куда Ольга ходит, занимается. И есть еще вот дополнительные группы по другим танцевальным направлением. 10 начинающих групп. То есть любой желающий может в любом возрасте, если надумал прийти танцевать, то он придет в группу начинающих, где не будет комплексовать, где будут все такого же, ну, то, что называется, в своей тарелке. Каждый окажется в своей тарелке. 29 грудня будет концерт вашей школы танцев. Вот там початківці будут выступать, чи нет? Да, да. Начинающие танцоры будут выступать наряду с основными составами, наряду с подготовительными составами. Это такой наш... Несколько лет назад мы начинали новогодние свои программы. Это было больше такое внутриклубное мероприятие. И вот уже, наверное, третий год мы это... Эти мероприятия проводим шире для всех жителей Николаева, гостей города, кто хочет прийти посмотреть на коллектив. В Большом зале областного дворца культуры мы проводим это мероприятие. Кстати, приятная новость для нас, что на сегодняшний день весь партер уже заполнен. Вот, билетов залишилось мало. Кто еще хочет прийти посмотреть на коллектив, то, пожалуйста, поспешите. Ви з собою, я так бачу, привезли і візитки, і запрошення. Коли ця подія буде відбуватися? Я так сказала, що 29 числа. Так, 29 декабря в 18.00 в обласному дворці культури буде наш концерт. Що там побачимо? Що взагалі там буде? Так, привідкрити нам завісу таку. Так. Небольшую завесу приоткроем. Выступление начинающих групп, выступление опытных танцоров и подготовительных групп. А что именно в номере, какие сюжеты в номерах, какая тематика, это уже приходите, посмотрите. А кто больше докладает усилий, то, чтобы придумать номер, так вот, помощники, они також придумают номеры, да. Чи они просто помогают? Да. Я как сказала, шлифуют. Да. Ну, скажем так, есть в каждой группе, ну, як, грубо говоря, так, куратор. Як створюється цей номер? Подбирается музыка. Ну, изначально возникает какая-то мысль сделать какой-то номер там на ту или на другую тему. Подбирается музыка. Дальше творческий мучительный процесс постановочный. Рисунки на команду выставляются. Хореографические танцевальные рисунки. Потом еще не менее сложный процесс шлифовки, когда нужно все отработать, когда нужно все почистить в танце. Костюмы тоже, чтобы интересные яркие костюмы, чтобы было интересно выступать в них участникам, чтобы было красиво зрителю это наблюдать. Ну вот, пожалуй, все этапы я и обозначил. То есть подбор музыки, постановка, отработка и выступление само уже в костюмах непосредственно. Пані Олю, пан Юрій так іскользя, скажем так, пройшовся про тому, що буде на цьому концерті, а може ви скажете, в чому ви приймаєте участь взагалі? Будете ви виступати на цьому концерті чи ні? Я думаю, можна сказати, що серед починаючих буде і група мам. Насколько я знаю, другие мамы рассказывали, что пару лет назад была попытка создать такую группу, но я так поняла, что не хватило желающих, или они отсеялись постепенно. Были тоже, у них было выступление, тоже, кстати, на новогодний концерт, да, и ну, потом потихонечку как-то сошло на нет. Да, потому что я думаю, что, может быть, это и трудное занятие, потому что это уже взрослые люди, у которых семьи, дети, много забот. Но, например, в этот раз у нас собралась команда из 7 человек. Это
мамы деток, которые ходят в Пасадену, кто-то только начал, кто-то уже несколько лет. Вот. И вот такой костяк у нас подобрался. Ой. Каждый пришел по каким-то своим причинам, я думаю, у меня они тоже были какие-то замыслы. И вот, да, мы подготовили танец, Юрий Владимирович нам все придумал. И лично для меня, конечно, вот то манера нашего руководителя вести занятия, подход, который он находит, ну, в частности, к нам, ко взрослой группе, меня это заряжает не меньше, чем музыка и какие-то мои личные мотивы, чтобы этим заниматься. Потому что для меня всегда на первом месте стоит атмосфера, которая царит в коллективе. Даже если там все на высочайшем уровне, но атмосфера меня не устраивает, я вообще человек очень чувствительный к этому, как сейсмометр, то я не буду этим заниматься. А здесь... Приведя сюда ребенка, я еще даже не очень вникла в то, как здесь все устроено. А потом решила прийти сама, и когда я этим занялась, меня настолько все это стало вдохновлять, что остановиться уже просто невозможно. И вот ведет наши занятия тоже вот Юрий Владимирович, потому что вообще у разных групп ведут разные тренеры. Занятия у нас вот ведет руководитель коллектива. И вот этот его подход, такая мягкая жесткость, как я это для себя определила, мне это очень по душе. Вот. И этот человек с юмором, с иронией подходит к этому делу, что я тоже очень ценю в людях. И поэтому поначалу мне казалось, что у меня ничего не получается, а теперь, когда танец почти готов, я понимаю, что что-то начало получаться. И я думаю, что это вообще только начало, что дальше все будет лучше, больше. И лично для меня, как человека, который пришел в Пасадену вообще за вдохновением, потому что любой творческий человек всегда озабочен поиском вдохновения. А вдохновение всегда в чем-то новом. Для меня вот этот приход в танцевальную школу Пасадена, это был вызов самой себе, это был выход из зоны комфорта, и ничто так не дарит вдохновения, как что-то новое, непривычное. Ну и потом я посмотрела, был летний концерт финальный, вот там я... увидела, например, как танцует Аня. Я была поражена, потом она проводила у нас занятия по дансхоллу, и я поняла, что это еще мне предстоит как-то осознать, освоить, потому что это будет еще один вызов, возможно, группа мам к Ане еще обратится. Это что-то другое, это не хип-хоп, не другие какие-то направления, особый такой женственный, интересный стиль. Так что много всего впереди. Понятно. Так я разумею, вы выкладываете на ваших детей? Нет, вообще я больше преподаю у более взрослого поколения, от 10 лет. Вот, у подростков, возможно, сложные детки немножко, потому что они как раз становятся теми, кем они будут дальше. Вот, но тем не менее, как бы я больше даже преподаю у подростков. А у детей у нас специалисты, руководители, их помощники. Вот я так розумію, і Ольги викладали, вона вже доросла, як отак от, як вам от працювати з таким тренером, який от менше вас же ж. И слухать ее якось тоже. На самом деле значение это не имеет, потому что, я имею в виду возраст, в данном случае значение не имеет, поскольку когда человек выходит и показывает тебе нечто, что ты понимаешь, что это высокий уровень, это профессионализм, то речи о возрасте быть не может. То есть ты просто стоишь и пытаешься хотя бы минимально соответствовать, так сказать. Вот. И да, я даже недавно, когда нам нужно было в танце там себе соло каждому поставить, я давай интернет шерстить на предмет того, как там Аня танцевала на этом летнем концерте, чтобы взять себе какое-то движение оттуда, вот что-то, какое-то настроение подсмотреть, так что она большой молодец. Я зрозуміла. Пане Юрію, от ваші випускники дуже активно приймають участь скрізь, не тільки випускники, і виконавці, ті, які лише навчаються, приймають участь в різних конкурсах, різних фестивалях, концертах. От розкажіть, де більше приймаєте участь, які, може, нагороди маєте? В этом сезоне мы активно начали
активно начали сезон, и уже вот к Новому году достаточно много мероприятий различных посетили. Это был фестиваль и в Киеве, куда ездили основные составы. Это был фестиваль в Николаеве, пивденный брыз, который мы в областном дворце культуры проводили совместно с областным дворцем культуры, с управлением областным культуры. Это и всеукраинская танцевальная олимпиада в Тернополе. Это... Что я упустил? А, были на батлах. Ездили ребята еще на... Ну, немножечко есть фестиваль, есть конкурсы, есть батлы. То есть совсем меньше, так? Да. Да, принимали участие и в батлах, и, ну, и везде есть хорошие результаты, везде есть там и первые места, и вторые, и третьи, и другие места, есть дипломы, кубки, то, что особенно приятно получать ребятам в качестве, ну, дивидендов за свои труды, за свои старания, за свои выступления. Ну, естественно, что дети вот, под большим впечатлением, когда им в руки попадает кубок, когда заветный за как результат их выступления. Также у нас есть в архиве в нашем, скажем так, много участий в чемпионатах Европы и мира. Есть тоже там финалисты на чемпионате мира. Есть, вот, кстати, взрослая группа, группа родителей, к этой идее меня подтолкнул в 2009 году чемпионат мира, где танцуют родители команд с разных стран. Германия, Словакия, Франция, много. Это же профессионалы, так? Нет, нет. То есть просто родители, которые, глядя на своих детей, также хотят активно проводить свой досуг. Они приходят заниматься, они готовят тоже номера, они готовятся выступать на соревнованиях. И также, как и дети, они получают и дипломы, и кубки за участие. Они стремятся побеждать. И вот, кстати, наша взрослая группа тоже... Сейчас выступит группа родителей, да, выступит на новогоднем концерте, и в феврале мы планируем поехать во Львов на соревнования. Ну, а дальше на чемпионат Украины и в Киев тоже весной, возможно, я думаю, что съездим и туда. От якої засоромили. А якої, може, нагородою ви найбільше пишаєтеся? От з усіх, тому що я знаю, у вас дуже-дуже їх багато. Так, да, есть Кубок Мира. Это за сольное исполнение были у нас ребята, которые получали Кубок Мира, выигрывали. Есть финалисты чемпионатов мира, причем финалисты есть и в детской категории, и во взрослой категории. В юниорской, в дуэтной программе есть, по-моему, полуфиналисты. Ну, сложно отметить какой-то самый весомый. Каждый по-своему дорог, это же как пальцы на руке. Память такая, да? Да, да. А вот что в будущем, может, батьки не зрозуміли, что поедут вони на конкурс. Причем даже не просто конкурс, такой вагомый для них, а вот дети куда-то будут ехать на ближайший час. Конечно. В ближайшее время, ну вот, пожалуй, новогодние праздники. Вы здесь будете танцевать, так? Ну. Да, то есть сейчас у нас напряженная пора, потому что с 24 числа начинаются елки. Сказки, новогодние сказки в областном дворце культуры. И наш коллектив, конечно, принимает активное участие. Там несколько наших номеров. Кстати, будут новые номера. И на взрослый состав мы готовим... Сюрприз. Я подбираю. Сюрприз, да. Это будет танец со светом. В световых костюмах. Я думаю, наші глядачі, які зацікавились, будуть слідкувати обов'язково за афішами. А ви, будь ласка, у нас залишилася буквально одна хвилиночка. У вас є змога привітати з прийдешніми святами і ще раз наголосити на свято, яке буде відбуватися 29 грудня. Це ж особисто ваше, скажімо так, свято. Да, хотелось бы поздравить, конечно, всех зрителей с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы в Новом году...
Ну, прежде всего, конечно же, у нас был мир. Прежде всего, чтобы счастье было в каждой семье каждый день, чтобы радовали дети, чтобы родители могли уделять внимание детям, чтобы более танцевальный был следующий год. И приглашаем всех 29 числа в 18:00 на наш концерт, на концерт школы танца Пасадена в областной дворец культуры. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Обов'язково чекаю вас ще раз, що ви вже розповіли, що це був за концерт такий, як реагували на нього. А я з нашими глядачами прощаюся. В студії працювала Олена Клепа. Зустрінемось рівно за тиждень. Пока.